Действительно, у нас Центральный банк в соответствии с законом и с общемировой практикой. Это независимая структура, которая в своей основной деятельности не подконтрольна правительству, действует исключительно самостоятельно. В этом есть большой экономический смысл. Злой Наполеон на Москву пришел. То ни Гитлер, ни Тимур, ни Гирей. В 14-м году Набиуллина вдруг ограбила меня людей. А красная цена началась внезапно. С тех пор всегда моя еда. А завтра Новый год, что мне кушать завтра? Буду голодать. А красная цена началась внезапно. И теперь всегда моя еда. А я работала и дом я построила, а потом кредит на тачку взяла. Но после того, что Эля устроила, нет работы больше у меня. А четверо детей все хотят покушать, одеваться, жить, страну любить. А Набиуллина, надо нас послушать и сухари сушить. С законом. Это независимая структура, которая не подконтрольна правительству, действует исключительно самостоятельно. В этом есть большой экономический смысл. Ну что?